В предвыборную гонку вступают 6 кандидатов на пост мэра. 2 из них уже зарегистрированы. Это выдвинутые избирательным объединением политической партии ЛДПР Алексей Бочкарев и Игорь Васильев от партии КПРФ. Что касается остальных 4 кандидатов, то им еще только предстоит пройти регистрацию. Заявки на пост мэра подали Ишхан Закарян, выдвинутый партией «Справедливая Россия», от «Единой России» Анатолий Пахомов, Евгений Вербицкий от партии «За справедливость» и от партии «Коммунисты России» выдвинут Александр Зайченко. Избирательная комиссия сейчас проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами при выдвижении и регистрации. Проверка будет осуществляться в течение 10 дней, и по результатам проверки будет приниматься решение о регистрации либо в отказе регистрации этим кандидатам. После регистрации всех кандидатов начнется предвыборная агитация, которая продлится до 13 сентября. Все это время кандидаты на пост главы города смогут распространять листовки и встречаться с избирателями. Агитация в средствах массовой информации стартует 14 августа.